А в этом топовом ролике сегодня школьник выбирает вот этих ребят. Спасибо за лайк, пиши комментарий и попадай уже в следующий ролик. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, также Юрка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это прокачка или же эволюция бога в GTA 5. Привет, ребят! Сегодня, ребята, мой информатор сообщил о том, что неподалеку на киностудии снимается какой-то крутой блогер известный, у которого мы попытаемся, как обычно, угнать тачку, прокачать, потом смотреть на реакцию, ну или просто забрать у него автомобиль, вот и все, как бы, ничего не возвращая. Также, ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам данная рубрика, вот, и насколько сильно, и давайте наберем, ну, как минимум 3000 лайков, и тогда, ребята, я выпущу еще подобную серию, вот, ну и... В общем-то, что, погнали искать этого блогера, посмотрим, кто же там на самом деле присутствует, кто там снимается и у кого мы будем сегодня тырить тачки. Так, вот тут вроде бы заезд. Так. Опа, я уже вижу что-то белое. А, Кадиллак и мой Мерин. Новый Мерин. И Моргенштерн вижу, да-да-да, понятно. Все, короче, понятно. Понимаю. Короче, смотри, получается, ну так как я Кадиллак уже качал, то я буду качать и Мерин. И давай дождемся, пока они тогда сядут в тачку, проследим, и как обычно... К нам коп идет, братан. К нам идет коп. Почему? Зачем? Давайте поговорим с ним, наверное, я не знаю. Он кулаки сжимает. Он, походу, бить меня сейчас будет. Или нет? О, он уходит. Чего? Что происходит-то? Да, он уходит. Он за тобой идет! Он все-таки за тобой идет! Ну, придется тогда его убрать. Здравствуйте, мужик. Ладно, ты, короче, занимайся копом, а я пока буду следить, чтобы они не уехали. Так, братанчик, ты разобрался с копом, да, получается? Нормально, понимаю. О, с первого удара лег. Они уезжают, все, уезжают. Давай следить за ними, куда они на этот раз поедут, и где они в этот раз остановились. Прошел, получается, месяц после последней прокачки. Слушай, ребята, мне кажется, они вновь к нам приехали. Я сдам их место и заработаю на этом миллиарды. Ты думаешь? Ой, извини, мужик. Да, извини, мужик. Кажется, они гонки устроили. Кто быстрее, Кадиллак или же все-таки Мерин? Ну, может быть. Короче, я забираю себе Мерин. Я буду качать именно Мерин. А ты можешь забрать Кадиллак. Так. Они вот сюда поворачивают. Ладно, ребята, вообще так, как обычно, следим и возле дома продолжаем. Так, ребята, мы приехали, они завернули, получается, вот сюда, и если я не ошибаюсь, это какой-то вообще пансионат? Пансионат для старпёров! Они решили... Они решили сюда устроить концерт, приехать? Понимаю, ну ладно, в общем-то, ребята, так уж и быть. У них инфаркт у всех будет. Какой концерт? Ну, не наше дело по-быстрому сейчас подойти, забрать тачки и уйти, как бы все просто. Смотри, тут, короче, есть... Опа! Нормально так-то автомобили, ты что будешь забирать? Ёма, тут даже фотосессия какая-то проходит. Понимаю. Так, опа-па-па-па-ра-пам-пара-пам-пам-пам. Я сегодня буду бить все пределы скорости. Я угнал тачку просто в наглую, пока никто не видел. Я быстренько подъехал и забрал. О, ты Митсубиси забрал. Тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Понимаю. Так, тихо. Ай, главное не разбить. И главное, ребята, прокачать. Задача сегодня прокачать до максимального уровня. Итак, ребята, пока что мы взяли оружие, а теперь ждем копов, которые помогут нам в этом деле. Тихо. Цепанулся. У меня проблемы. В воду! Летающая тачка в самом начале. Нет? Нихера себе. Понимаю. Так, слушай, погоди-ка. Вижу. Серьезно? Да, понял. Понимаю, ну, как бы, это не важно, потому что правильно, нужно найти копов, ребята. Хочу качать тачки. Так. Отлично, сразу плюс. Ой. Два балла, два уровня бахнули. Я не хотел, что такое? А еще добавили уровень. Так, а где вертухи? Вертухи. Да не надо, не стреляй по мне, ну что ты творишь? Да ты течешь! Лейкопластырь наклей! Блин! Ты фуфел? Ты фуфел? Аптечку. Ты фуфел? Я думал, что ты потечешь сразу. Ты что сотворил? Мне нужно срочно качать тачку, ребята! Помогай мне! Фуфел! Я сейчас взорвусь, я проиграл! Я не хочу проиграть! Ты что сотворил? Ты? А в смысле? А нет, я не хочу проиграть! Это называется устранить конкурента. Ты охренел! Подсядать, ты просто Моргенштейна пойдешь.
Понимаю! Ну, короче, ребята, вы понимаете, все сами прекрасно. Так быстро-быстро качать. Боже, я же не успею до 50-го прокачаться сразу, чтобы сменилась тачка. Я сейчас проиграю! Блин! На-на-най-на-най-на-най-на-най-на-най. Всего-то 5 вертушек, братан. Ааа, да я бы ни одну не вижу. Где? Все, слышу, слышу вертушку. Я взорвал одну. Слышу вертушку, где вертушка? Ой, вертушка, вертушка, вертушка. Я быстрее тебя прокачаюсь, наверное, до 50-го. Так. Нет, мне нельзя на месте стоять. Если сейчас подожгут, то все, я взорвусь. О, есть! 10. Сразу плюсом так. Да, зато я тоже ее... У меня проблемы. Я уезжаю от Фуфлина, чтобы он моих вертушек не сбивал. Братан, у меня проблемы. А знаешь, какие у меня проблемы? У меня бензин кончился! Помогай мне, дурак, что стоишь! Братан, я тебя возненавижу. Да что ты делаешь-то? Ты горишь! Спасай! Слава богу, не я. Фух, это не я горел. Это не я горел, я видел пожар, но это не я горел. Братан, да иди нахер ты! Да я тебя от огонька пытаюсь спасти. Там полицейский горит. Братан, пошел нахер. Братан, дай, что, давай, давай, помощи, давай. Я тебе помогаю. Давай, вези меня, плюс 10. Люба. Вези меня нахер отсюда. Вези меня быстрее. Блин, толкай. Толкай. Ребята, это самая дикая прокачка, которая когда-либо была. Да толкай ты меня, дурак, меня сейчас взорвут, нахрен. Я не могу ничего делать. Это жестко. Постоянно ссышь. Я уже несу, у меня уже кончился бенз. Толкай меня, дурак, меня сейчас взорвут нафиг. Я не знаю, что у тебя вытекает, может это ты. Нет, мне осталось буквально 10 этих уровней. Так, отлично. Ну что ты творишь? Боже, я если сейчас прокачаю следующую тачку... Это Максимилити, ребята, было жестко. То есть, деле, вы понимаете, я не могу сейчас управлять. Клавиша горит, чтобы я нажал и прокачал черный экран. Не бросай меня. Даже ты мне только мешаешь сейчас. Подожди, я заберу их. Мешаешь, значит? Заберу их, подожди-ка. И осталось чуть-чуть. Так. О, один. И еще одного. Где коп? О, вот коп. Они реально на гражданских катаются, понимаю. Ну все получается, у меня темнеет экран, отлично! Подожди, у меня ГТ появился, ё-ма! Ты прикалываешься? Охренеть! У тебя сразу получается вигиланты. Понимаю, Бэтмобиль плюсом. Так, подожди-ка. У меня ракеты есть еще! У меня ракеты, братан, есть. Слава богу, отлично. Способности сразу... Серьезно? То есть ты почти по мне стреляешь, что ли? Так. Я пустил, но она попала в коп, к сожалению. Повезло, значит, отлично. Слушай, это идеально. Ты едешь, собираешь копов, а я их взрываю. Ага, только я бы тоже хотел взрывать, потому что у меня баллы-то не прибавляются, уровни не прибавляются. Это прям такое себе, надо, чтобы все прибавлялось. Так. Мы были тут, мы видели все, так, отлично. Слушай, ну меня радует то, что у меня как бы сразу ракетница добавилась, то есть способности у тачки тоже присутствуют, это круто. Что будет дальше, вот это уже другой вопрос. Интересно, кстати говоря. Что будет дальше? Тебя взорвет! Нет, не взорвало, слава богу. Хотя не. Лучше бы взорвало. Ты же меня пробил, получается. А, вот, ну в первый раз. В первом раунде. Ну баг мой пробил. Ты бессмертный, не? Наверное, вроде как. Я не проверял, на самом деле. Давай не будем проверять. Это сейчас меня взорвалось? А, да, я бессмертный, слава богу. Я бессмертный, слава богу. Супер. Супер. Вай. Во, хорошо. А чё ты взрываешь? Ничего же не взрывается. Я стреляю самонаводки, они просто в копу полетят, понял? Серьёзно? Вот это я называю себе. Да перестань меня стрелять, у меня экран уже очень сильно троит. У меня экран очень сильно троит, говорю же. У меня экран троит, у меня все трясется нафиг, я не могу. Да перестань, пожалуйста, реально. Ну правда, перестань. Жестко. Юра, блин! Это самая угарная прокачка. Собака ты. Вот ради этого можно было угонять эту тачку. Ну ты фуфел, блин.
Короче, ребята, я понял все. Я все понял, как Юра качается. Еще и мне вначале помешал. Да перестань, реально, экран просто очень жестко. Я ну вообще. Спас твою жопу тощую, братан, понял? Пожалуйста, перестань, я же говорю, у меня экран очень сильно дергается. Ничего не видно, знаю. К сожалению, из-за этого. Давай, так, ладно. Прыгай. Надо, короче, найти быстренько сейчас копа. Во! Вообще жопу, порядок. У меня так-то реактивка есть. И че? Мне насрать на твою реактивку. На нахер получай. Ребята, просто уровни капают и капают, капают и капают. Я думаю, нам не составит труда прокачаться до 500-го левела. Вот, и я думаю, что сейчас это... Знаешь что, надо либо вертушки сейчас взрывать. Хотя, в принципе, за обычных ботов, блин, которые взрываются именно этими ракетами, очень быстро качаются. А, вдруг а тебе есть? Сейчас не будет доступен, потому что ты еще не качался на следующем левеле. Вот на следующем левеле, по идее, не будет доступны. Вроде как. Ну, как ну, я знаешь, понимаю там, по предыдущей серии. Ну, знаешь, там, где я его находил, там есть и где прокачаться. Поэтому это не проблема вообще. Кстати, как вариант, действительно. Кстати, как вариант, если ты в прошлый раз его нашел там, то почему бы как бы сейчас не взорвать все, что там есть, и, в общем-то, качнуть там по-быстрому тачку? Отличная идея, да. Главное, чтобы это все реализовать. Так. Извините, мужики. До свидания, понимаю. Так, а ты нашел, да, что там? Есть там что-то или нету? Чекпоинт не вижу пока, но что взрывать нашел. О, хорошо. У меня все копы, которые есть, все с самонаводкой теперь, понял? Серьезно? Хорош. Ема, а это что? А где они все? А, 20 баллов! У меня все копы исчезли, еще 20! А, все, у меня темнеет экран. А стоп, у меня экран не темнел. Я получил чьи-то кулу, братан! Понимаешь? Серьезно? Да! Красота! Отлично! Вообще все супер! Она еще и быстрая! Плюс ко всему с ракетами, то есть способности сохранились. И также сохранилось бессмертие. Офигеть! Сегодня просто реально очень лютая и крутая прокачка, которой никогда в жизни вообще твою не было, ребята. Я думаю, мать. За это стоит я поставить лайки прикол. По любасу. Чем? У меня, короче, Бэтмобиль стал ехать на раз 30 быстрее, и плюс его ракеты теперь летят во все, даже самоноводятся на вертушке, прикинь. Серьезно? То есть я могу взрывать все, и плюс у меня еще и ускорение есть. Понимаю. Ну, у тебя тоже хорошо, слушай, прокачалась тачка на самом деле. Это круто. Это круто. А, еще же чекпоинт можно сейчас, в принципе, найти. Как говоришь, он в этом был, в полицейском участке. Сейчас я, короче, поеду проверю, вдруг слушай, действительно мне кажется, он уже не нужен. Остался. Я пока катался, я уже набрал, наверное, сотку за 3 секунды. Понимаю, смотри, блин, ну это круто. Я просто все разношу. Я тоже, братан, я тоже. У меня очень быстро качаются уровни, потому что эти ракеты понимал? Реально крутые. Чё, понимал? У меня самоводка ракетная наводится даже просто на обычных полицейских, которые бегают по улице, прикинь. Еще 20 уровней! Подожди-ка, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, просто бах-бах-бах-бах-бах! Офигеть! Так, ты говоришь, тут был чекпоинт? А ну-ка, давай проверим. Так, тут для начала давайте тут проверим, там, в принципе, нету ничего, так, тихо. Открывайся! Нету ничего. Да уйди ты! Нашел чекпоинт! Уйди нафиг, мне качнуться надо. О, плюс 150 уровней сразу. Блин, мне вообще осталось еще пофиг нет, и все. Я чё? Пока ты искал чекпоинт заезжал, я взорвал уже на 150 левелов. Он просто серьезно? Наводится на все. Ну, ничего страшного. Ё-ма, и на меня наводится прям жестко. Но пока что. Так, где копы? Хочу быстро качнуться. Так. Так. Интересно, ребята, поедем сегодня к Моргенштерну показывать то, что мы получили. Или же нет? А ну-ка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вау, просто минуса. Поедем? Движком спалю. Понимаю. Так, отлично. Просто левелы так и прут. Слушай, да, мы уже с которой серии просто понимаем, как это делать правильно. Отлично. Ну, в общем-то, осталось не так много. Всего лишь получается 62 уровня мне и будет все четко. Макс, братан. Я просто расхерачиваю всех и все. Понимаю. Так, а меня копы потеряли. Они уже даже не хотят за мной. У меня вертушки пропали, гоняться. Они даже не прилетают. А у меня копы не хотят со мной гоняться, потому что я просто все взрываю на своем пути. Офигеть, они реально очкуют. Так, хорошечно. Так. Вот так вот. Отлично. Так, а, мужик, извини, я тоже заберем с собой, не переживай. Так, две вертушки, я их, конечно, не могу взорвать, к сожалению. Ты можешь, в принципе, в этом помочь, если желаешь. Вау! У меня ни одной вертушки нету, они просто сыпят. Вертушки, а я вижу понимаю. Тебя на радаре, сейчас приеду. Понимаю. Давай. Приезжай, короче, так этого мы взорвали. А впереди вон две тачки. Еще давайте-ка тоже взорвем. Ба-ба-ба-ба-бамс! Отлично, ребята. Офигеть. Как я обожаю так, ракеты, вот реально. Я уже рядом. Минус два сразу. И расхерачу. А то я по соседней улице еду. Да я торможу, я просто тут, ну, как Бэтмобиль бы. Быстрый, но...
Не настолько. А, понял. Давай, так, ладно, вот там впереди. Я думал тебя взорвать, но ладно, не получилось. Так, подожди, это мои. Это мои. Дух! Да, тени экрана. Ёма! Смотри, что получил. Офигеть! Что там у тебя? Офигеть! Я получил, получается, акулу на больших колесах, как баги. Ёма! Понимаю. Охренеть, прикольно. Ёма, он быстрый. Вот это прикольно, кстати говоря. Только я свою жопу вижу, на самом деле, это не прикольно. А подвеска жесткая, кстати говоря, я могу просто все объезжать. И у меня максимальный левел, ребята, как мы и хотели. Отлично, поэтому надо сейчас скрыться от копов, ребята. Ну а потом, как хочет Юрка, отправиться к Моргенштерну посмотреть, как же он отреагирует на нашу прокачку. Погнали. Давай, давай. Так, ребята, мы подъехали почти. Отлично, осталось чуть-чуть. И сейчас проверим как раз таки реакцию Моргенштерна, что он скажет. Так, они даже не заметили, слышишь? Они как стояли, так и стоят. Прикольненько. Так, а где Моргенштерн? Интересно, ну-ка. Вон, он с охраной стоит. Моргин, Алишер, я прокачал твой Мерседес, можешь проверять его. Я очень ценю. Ага, понимаю, короче, он недоволен. Что ты хочешь? Да, понимаю, не получилось, да, не получилось. А извини, это мой друг, он это немного любит пошутить. Так, ладно, я, короче, сажусь обратно, поэтому валим, походу. Ну, просто тырим их тачки, ребята, и не возвращаем. Не останавливаюсь, а значит там. Ты хочешь все-таки поджечь? Серьезно, что ли? Юрка поджег Моргенштерна. Понимаю, блин. Ладно, короче, валим, пока я не вызвали копов, потому что я не хочу в этом участвовать. А мы на этом будем заканчивать, ребят. Такая серия получилась. Прокачали мы крутые тачки, поэтому обязательно ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока, ребят.